Это один из самых значимых конкурсов стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Каждый год «Киношок» открывает новые имена в современном кинематографе. Поздравить с юбилеем фестиваля участников и гостей в город-курорт приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что за 25 лет «Анапа» и «Киношок» стали не просто партнерами, а хорошими, верными друзьями. «Киношок» – это тот фестиваль, у которого нет санкций и нет запретов. Это очень важно в нашем сегодняшнем дне. Что еще хотел бы сказать, друзья? Безусловно, невзирая на четверть века, организаторы фестиваля сумели сохранить кино вне политики. Это очень важно для человека, для человеческой натуры, для души, ведь политики так много, кино все меньше и меньше. Вот здесь можно увидеть фильмы, кино, которое на самом деле трогает душу и сердце. В этом году в рамках фестиваля будут соревноваться полнометражные и короткометражные художественные фильмы, телефильмы, картины для детей и юношества, а также киноальманахи. За главный приз «Золотую лозу» поборются 8 лент, авторы которых уже становились лауреатами «Киношока» в разные годы. А жители и гости Анапы смогут в течение недели смотреть фестивальное кино на открытых площадках города и в кинотеатрах.